группе есть чаты, найти их можно по тегу, так же, как другие посты, а также в закрепленном анонсе. Внизу есть ссылочка на чаты. По всем обучающим модулям, а также по каким-то другим темам мы заводим отдельные чаты, где можно пообщаться с людьми, которые также интересуются в данном топике. Например, чат по JavaScript. В чате можно задать интересующие вопросы по конкретной теме, пообщаться с экспертами, а также помочь кому-то ответить на вопрос. Чаты также являются закрытыми, для того, чтобы туда вступить, надо подать заявку. Мы ее также посмотрим, опробуем в течение какого-то времени, и после этого вы сможете общаться.